Девиз по жизни. У меня есть татуировка, которая, наверное, на самом деле всю жизнь меня тащит. Она говорит о том, что максимальная власть – это власть над собой. Если навсегда остаться в одном возрасте, то в каком? Я всегда мечтала, чтобы мне было 30 лет, но вот мне уже больше, и, честно говоря, мне классно. Любимый запах? Мне нравится запах земли. Знаете, прям вот когда земля пахнет, вот, или когда она была пыльная, и ты воду ее примочила. Ой, такой запах, он меня прям с ума сводит. С какой знаменитостью пошли бы на свидание? Я родилась один день с Чарли Чаплиным, наверное, мне было бы интересно с ним пообщаться. Если бы вы были растением, то каким? Я очень люблю лилии, но не знаю, была бы я лилия или нет. Прозвище в детстве? Ну, у меня фамилия Ручка, знаете, все вокруг ручки и крутилось.